Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Клумба. Сегодня хочу вас показать со своей новиночкой. Такой это орхидея Мельтония. Такую красоту я еще не приобретала, и она будет первой в моей коллекции. Посмотрите, какая она красавица! И орхидея очень крупная. Тут всего лишь 4 цветка. Вот, посмотрите. И как расписаны сами листочки. Ну, как будто художник нарисовал. Но это нарисовала сама природа. Вот такая крупная орхидейка. Вот я померила, вот по сравнению с моей рукой, посмотрите. На пол ладони, да? Вот у нее такая, наверное, губа называется, как нижняя. И лепесточки. Вот, посмотрела, сверху вниз составляет 10 сантиметров, а по горизонтали 9 сантиметров. Они бывают, конечно, разные по окрасу. Но я вот приобрела вот такую, недорого, в нашем местном магазине. Посмотрите, на белом фоне вот такая вот сиреневая, а посередине вообще красота, вот оранжевая раскраска. Ну, мне очень понравилось. В первой половине дня она имеет такой приятный, нежный цветочный запах. А к вечеру он пропадает. Ну вот здесь всего лишь две бульбы. Вот две бульбы. Бульбы, я хочу сказать, в хорошем состоянии. Вот, которая цветет, вот это вот. Вот смотрите, сколько у нее листочков. Сама бульба плотная. И вот, которая не цветет. Вот это вот крайняя от меня бульба, она не цветет. Но тоже в хорошее, налитое. Листочки все. Тоже вот никакие не желтые, не с черными пятнами. Вот в хорошем состоянии. Ну, была, конечно, очень сухая. Я ее попоила. И пока пересаживать не собираюсь. Буду за ней наблюдать. Но то, что я узнала в интернете, эта орхидея не подоконника. Как советуют, она не любит вообще прямой вот этот свет с окна, как люди ставят ее далековато от окна, даже до 3 метров от окна. И ей это нормально. Чувствует она, гляжу, у девчат тут по интернету очень себя хорошо. Вот такая вот красавица. Но будем наблюдать. Я ее пока поставила где-то около 2 метров от окна. Она не любит, вот листики у нее не любят сильно, они начинают краснеть, если они будут вот под солнечными, да даже не солнечными, а вот этими вот световыми, как бы дневными ярким светом. Ей нужен рассеянный свет. Но будем смотреть, наблюдать. Вот такую красоту я себе приобрела. В зимний период любит перепады температуры. Дневная выше, ночная ниже. Но это, в принципе, как многие орхидеи у нас любят. Но она, ей желательно, чтобы заложились бутончики, как бы побольше перепад. И не любит она сквозняков. Это вот все, что я узнала в интернете. Любит влажность. Поэтому вокруг ставят даже какую-то баночку, чтоб шло испарение. Но повышенная желательно влажность воздуха. Вот. Ну, в общем, буду наблюдать, смотреть и рассказывать вам. Как начну пересаживать, скорее всего, это произойдет после цветения. Цветет она от 1,5 до 2 месяцев. Вот. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот полила. Вот корешки у нее, вижу, молоденькие есть, растущие корешки.
Что там в горшке, еще не знаю. Как начну пересаживать, обязательно вам все расскажу и покажу. Примерно я уже подсмотрела у девчат, кто как пересаживает. Ну вот, пожалуй, все мои на сегодня похвастушки. Вот такую красоту хотела вам показать. Буду с ней присматриваться, знакомиться и дружить. Всем пока-пока!